Так, ну мы продолжаем репортаж. Спускаться было не очень удобно, поэтому я выключил камеру. Это вот мы оттуда вот пришли. И идем вон туда, где там. Да, абсолютно спокойно ходят люди. Море. Вот оно, почему межгирье, потому что оно меж всяких гор. Вот, меж всяких там, да. Не могу быстро поворачиваться. Вот, и так выходишь ты такой, вернее, выезжаешь, потому что ходить здесь, ну, нереально. Я просто, когда он занимался своими делами, если он тут ходил пешком. Тут какие пенечки, тут одной пробежки до набережной будет хватать более чем. Все работает. Что-что? Очень может быть, обратите внимание на фонарики. Вот такие фонарики. То есть вам не хухры-мухры. Причем он не один, как вы видите. Хорошо, а, что за знаки тут такие? А, вот оно что, Михалыч, вот оно что. Оказывается, вот тут вот еще тут вот знаки, что типа смотрите, там поворот, там 10 градусов уклона. И даже ездят машины. Да, вот видите. Вот. А и. Так, ну я думаю, сейчас мы где-то этот. Причем тут же стоит пост. Бля. Извините, конечно, за мой французский, а это, видимо, для лошадочек, значит. Нахрена здесь пост? Вот мне просто непонятно это. А, я понял, что это у нас. Это у нас специальная штучка для запуска тарелочек. Чтобы из них, в них из ружьеца постреливать. Я понял. Ну, причем импортная техника. Да. Да, как-то вот так вот. С размахом, надо сказать, с размахом. Ну, я делаю такой обширный, потому что не у всех, наверное, есть возможность быть в этом межгорье. Ну, для тех, кто не был, у вас будет некое ощущение присутствия. А это у нас... Это у нас залив. Залив. Вот где-то вот такой. Так. Сейчас мы попросимся. Ага, здесь даже есть дорожка для. Вот. Не думайте, что все просто. Ага. И обратите внимание на эти штуки. Вон там дебаркадер. Пойдем. Вон там якийсь катерочек. Ну что-то он не похож на тот катерок, который. Вот. А вот, значит, сделано все для. Что-что? Да, вот обратите внимание, камеры. Чтоб враг не пробрался. По морю боевые пловцы Черноморского флота, морские дьяволы там и все такое, все под контролем, все хорошо. Вот. Вот идешь такой, прогуливаешься. Ну вот я даже не знаю, выключать или. Давайте, наверное. А вот еще, кстати, еще один механизм для отстрела тарелок. Чтобы с любой стороны было удобно стрелять. Хочешь с левого края, хочешь с правого. Удобно, что.
все во льду. За руку. Ну, вот видите, все во льду. Ну, зачем ему столько елок? Я не понимаю. Он что, считал, что это некий тотем или что? Вот, а это вот такие вот горы. Ну, вы просто понимаете, да, примерно вот масштаб. Вот я что-то очень сомневаюсь, что это тот самый дебаркадер, как-то он выглядит очень скромно. Или, может быть, это он издалека просто так скромно выглядит. Можно не уйти просто так долго. Так, ну давайте, наверное, сделаем паузу. Если что-то будет, я еще буду снимать.